В очередном выпуске нашего травника мы расскажем о ромашке лекарственной. Это такое растение, которое где-то до метра вырастает в высоту. У нее желтая серединка. Выглядит она как ромашка. Обязательно обратите внимание на листочки. Листочки у нее миленькие, похожие на укроп. Это и есть ромашка лекарственная. Ромашка обладает противовоспалительными свойствами, успокаивающими, поэтому очень хорошо вечером пить ромашковый чай. Противовоспалительное это можно и наружно применять, и рот полоскать, и десна, гланды, ангина. Например, когда сильно перемерзнешь и чувствуешь, рези цистит, с мочевым начинаются проблемы. То есть я сразу пью ромашку с топориками. Такой чай. Он и противовоспалительный, и заодно сразу действует на мочевой. Еще можно ее использовать по-женски, спринцеваться. То есть тоже противовоспалительный эффект. Запомните, очень полезный цветочек. А вот растет у нас еще одна ромашка, но, как мы видим по листочкам, это другой вид ромашки, не лекарственный.